Большой концерт для музыкальных гурманов готовит Сакс Джаз Бэнд, саксофоны Севастополя. В среду знаменитый коллектив предстанет перед публикой в расширенном составе. Как говорят музыканты, это первый шаг к возрождению в городе такой творческой формы, как Биг Бэнд. Биг Бэнд — это как бы такой апогей, самая высшая точка джазового искусства, как, допустим, в классике это большой симфонический оркестр. Вот, а в джазе это биг-бенд, это полноправный 5 саксофонов, 4 трубы, 4 тромбона, ритм-секция полная. То есть это огромный, большой, мощный оркестр с добавлением, возможно, вокалистов. Мы добавили немножко труб, тромбоны, и впоследствии собираемся развить эту идею в полноправный бенд. Саксофоны Севастополя – уникальный коллектив и смелый проект не только по меркам Крыма. В России подобных считаны единицы. В основном на отечественной джазовой сцене ансамбли классического состава. Оркестр саксофонистов в нашем городе собрал Юрий Иванович Тараненко. Произошло это практически 6 лет назад. Уже достаточно так серьезное время прошло. Но мы продолжаем свое дело, собрали энтузиастов, музыкантов, которые хотят делать искусство джазовое не за деньги, а по интересу. И у нас это пока получается. Мы оттолкнулись, это саксофоны Санкт-Петербурга под руководством легендарного преподавателя и музыканта Геннадия Львовича Гольштейна. Вот, он нам даже дает некоторые свои аранжировки в подарок, и мы их исполняем. Саксофоны Севастополя впервые зазвучат в обновленном расширенном составе 10 февраля в Темпл-баре «Клевер» по улице Героев Бреста, 29. Начало музыкальной программы в 20 часов. Коллектив приглашает на свой концерт поклонников традиционного современного джаза и фанка.